Инспекция вблизи шумов отменена после обстрела. Кравчук. Инспекция вблизи шумов отменена после обстрелов. При этом в трехсторонней контактной группе не исключили, что рассматривается проведение новых инспекций. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире «Украина-24». Сначала мы перенесли инспекцию РЭД, а после того, как мы зафиксировали обстрелы, отменили ее полностью и сказали, что после специального исследования, инспекции будут продолжены, РЭД, И попросили ОБСЕ, чтобы они его провели, сообщил он. Кравчук также добавил, что украинская делегация в ТКАК готова провести видеоконференцию на уровне подгруппы по безопасности, чтобы изучить при каких условиях, с какой целью и кем были совершены обстрелы возле шумов. После этого можно было бы говорить о восстановлении или невосстановлении той договоренности, которая была достигнута 9 сентября, отметил он. Однако Кравчук не исключил, что возможны дальнейшие инспекции на Донбассе. Новые инспекции рассматриваются, но не только односторонние. Если мы увидим, что на Донбассе ведутся какие-то работы или действия, то мы будем заявлять о необходимости проведения инспекции, добавил он. Напомним, 9 сентября на заседании ТКАК договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи шумов. Это было предложение украинской стороны из-за обвинений со стороны боевиков ДНР в нарушении условий перемирия. Позже стало известно, что инспекция украинских позиций возле шумов не состоится, что она была перенесена на неопределенный срок. После этого Украина инициировала срочное заседание ТКАК.